Я продовжую спілкуватися з українцями, які через обставини застрягли десь за кордоном. І сьогодні на зв'язку Індія. Там наша співвітчизниця має повернутися в кінці місяця. Це Лілія Романова, астролог-нумеролог. Пані Лілія, вітаю вас. Вітаю всіх. Отже, ви зараз в Індії. Розкажіть, будь ласка, що ви там робите, коли ви маєте повернутися і в цілому, як багато там українців, можливо, в вашій групі. Що вам говорять, коли ви будете повертатися до України? Ви знаєте, я трохи хвилююся, тому буду, скажімо так, розмовляти російською. Так, будь ласка. Якщо коротко, то нас тут около 100 чоловік, це та група, з якою я сюди приїхала. Я тут вже майже третій місяць, і виїжджати ми повинні були в кінці марта. Несколько днів назад нам сообщили о том, що наші рейсы отменены. У нас каждый день были собрания вот эти 4 дня, и утром, и вечером. Все время говорят что-то разное. И на данный момент, последнее, что мы сделали, мы заполнили форму на эвакуацию. Но мы не знаем ничего, как оно будет. Рейсы не переносятся, про эвакуацию нам ничего не говорят. Консульство отвечает на наши звонки. Но просто говорит, ждите. Ждите. Окей, яка тоді атмосфера зараз в цій групі? Чи всі спокійно поводяться, чи всього вистачає, і чи є ще певна підтримка від українського консульства? Я тут з групою преданих Криш, так що це люди особи, це люди, які все-таки обращаються вот к Богу, і вони більш-менш спокійні. Вот мы сейчас находимся в городе Вриндавана, это город как рождение Кришны, это как Мекка, это как для нас, конечно, наш Киев, да, Израиль, это Иерусалим, ну, в общем, вот такое место. То есть многие даже, честно говоря, здесь рады. Они говорят о том, что вот нам дается время еще побыть здесь. Но это внешнее. Внутренне все беспокоятся, все очень переживают за тех родных, которые остались в Киеве, особенно за пожилых родных. А вот у меня там тоже мама, вот я с ней разговаривала, страшно. То есть на самом деле всем страшно. И здесь в Индии, то есть с завтрашнего дня, завтрашний день как последний, вот с 22 числа, тут уже как ограничение, ну, многие храмы уже не работают, базар сегодня не работает. Все больше людей в масках, полицейские в масках, наши соотечественники, многие тоже в масках, где не взяли, я пока не понимаю. И вот каждый день становится все страшнее. Ну, то есть это такая местная специфика, мы здесь в тюрьме, то есть у нас на всех окнах решетки, везде решетки, потому что обезьяны забирают мобильники, срывают очки. Ну это как бы всегда было, это не имеет отношения к пандемии. Вместе это все как-то страшно. Пані Лілі, тримайтеся. Ну і до вас питання як до астролога-нумеролога. Що нам кажуть карти, цифри, зорі? Коли це все закінчиться? Коли прийде покращення? Ви знаєте, як нумеролог, я от провожу курси нумерології, я своїм ученикам говорила о том, що після 20-го года наш мир почне стремительно мінятися. Это было видно, это я говорила еще 10 лет назад и даже 20 лет назад, и мои коллеги об этом говорили. Вот сейчас у меня в руках карты Таро. Я вот сейчас покажу карту, даже, может быть, как-то я так вот ее поближе. Так, добро. Мне очень страшно. Карта, которая выпала как конец расклада, я сделала расклад на сутки ситуации, к чему это все ведет. Что нам помогает в этой ситуации, это для всего человечества делало, что нам мешает, и результат, к чему это. И вот эта вот карта, эта карта называется смерть, но не надо пугаться. То есть тарологи хорошо знают, что эта карта означает перемены, когда старое умирает безвозвратно и рождается новое. То есть вот на этом нужно сосредоточиться. Рождается новая жизнь, рождается новый, вы знаете, вот такое словосочетание, новый порядок. Да, вот у нас плохие ассоциации с этим вот, во время гитлеровской, как говорится, его правление, да. Вот на самом деле сейчас рождается вот этот новый порядок,
И нам просто нужно удержаться. Нужно удержаться на плаву и, конечно же, помочь тем, кто слабее. Пані Лілі, що Україну чекає? Я так розумію, світовий порядок змінюватиметься. Для України є якісь прогнози передбачені? Чи поки що карти мовчать? Ви знаєте, я, звісно ж, смотрю. Звісно ж, мені ж само цікаво, мені ж само хочеться знати. Вот. И вы знаете, когда я смотрю на Украину, про Украину всегда идет вот такой вот момент, что нам повезет. Вот даже вот если посмотреть в ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся, вот все гораздо хуже могло бы быть. Я сейчас говорю не просто про пандемию, а про последние 10 лет, даже 20 лет. Все могло бы быть гораздо хуже, учитывая, что мы находимся в эпицентре интересов всего. Ну, об этом, опять же, много говорилось. Так вот, нам все-таки везет, и нам будет продолжать вести. Просто надо вериться в удачу. Мы украинцы, мы счастливы, мы сильные, мы такие, украинского, сейчас у меня это слово забылось, мы везучие. Вероятно. Пані Лілії, ну і останнє уточнення, знаєте, як кажуть, сапожник без сапог, як нумеролог-астролог не передбачила ситуацію, що ви можете бути ізольовані в Індії? Чи карти вам говорять, що із цією ситуацією все буде добре для вас і для вашої групи? Я уже говорила, что на самом деле конкретно наша группа, у нас было очень длинное путешествие, мы посетили более 20 святых мест, и мы приехали в самое святое место для вот кришнаитов, для той группы, с которой я нахожусь. И многие рады. То есть вот я вообще считаю, что для себя я оказалась в самом лучшем месте, в самых лучших обстоятельствах, которые могли быть на данный момент. Потому что на самом деле быть запертой в холодной квартире в Киеве на данный момент, я живу за городом, это мне здесь лучше, чем было. Зрозуміло. Очень страшно за тех, кто там остался. Пані Лілія, спасибі, що знайшли час поспілкуватися з нами. Спасибі за прогнози. Будемо сподіватися, що дійсно все буде в нас і в нас. В українців гаразд і зі світовим порядком теж новим. Це була Лілія Романова, астролог-нумеролог. Вона зараз перебуває в Індії.